Привет, друзья! Вы на канале Принцессы Милана. Сегодня я буду открывать посылки. Сегодня я буду открывать самые меньшие посылки, а самые большие посылки. Давайте же начнем. Первая посылочка. Зажигалка, ее надо заправить горючим, потом вот здесь открутить и вдать чирк, где зажигается огонь. Вот такая вот зажигалочка. Вот такая вот серебристая зажигалка. Давайте ее отложим в сторону и откроем следующую посылку. О, куча всего здесь. Тут еще есть. Оп, и все. Это вот такие вот бантики. Желто-оранжевый. Сине-белый. Можно как... Это резинки такие. Розо-белый. И фиолетто и розовый. Вот такие вот резинки. Можно их одеть прекрасно на руку. Я их буду пока носить. Давайте откроем следующую посылочку. Такие клевер, четверолистники. Это к счастью. Можно такое, ну, не на важное мероприятие одеть в школу. Очень красивый клевер. Маленький клевер, он тоже четверолистник. Это тоже к счастью. И еще один клевер. Кстати, они не одинаковые, смотрите разницу. И самый большой, или не самый большой, ну, наверное, не самый большой клевер, но он тоже другой. Мне этот клевер больше всего понравился. Вот такие клеверы. Их отложим в сторону. Ладно, давай закроем следующую посылку. Так,
Это бутылочка для моего младшего братика. Здесь можно показано, сколько грамм можно наливать. Здесь клевер и поелочка. Давай, кстати, помните, нам клевер недавно попали? Давайте померим какой-нибудь клевер. Только не подойдет к этому клеверу, который нарисован. О, этот как раз. Это ручка, чтобы он держал. И вот так, допустим, ну, прям. Очень классная и красивая бутылочка. Ставь лайк и подписывайся на мой канал, кому понравилось это видео. Всем пока!